Слава Иисусу Христу, слава навеки, Богу Святому. Друзья, всех приветствую из города Киева, с парка Киото. Сегодня у нас 7 ава 5778 года, библейского исчисления. По гражданскому календарю сегодня 19 число июля 2018 года. И сегодня я продолжаю такой семинар в интернете, на ютубе, на своем канале ютуба. Бишоп Журавлев. На этом канале я проводил уже семинары, не раз уже, разные, ну, такие, по истории христианства, истории реформации, о реформации тоже. Вот, а этот семинар, он посвящен теме как раз тоже исторической, истории Израиля и церкви, да, Израиль и церковь, посвящен он 9 ава. И вообще вот Межтеснин, я назвал его, Межтеснин. Границы, межграниц, как бы. Вот, и это время вообще в традиции, древней еврейской традиции, оно такое полно воспоминаний таких печальных событий, трагичных событий даже, скажу, не просто печальных, даже трагичных событий, которые описываются в Библии и которые произошли уже постбиблейскую историю уже в истории Израиля. Вот, конечно, это вот 3 недели подряд они наполнены вот этих таких воспоминаний, трагичных событий. В частности, вот разрушение первого храма и второго храма. Больше, как бы, если люди обычно вспоминают о 9 ава, то обычно как раз вот вспоминают эти два самых таких страшных события в истории Израиля. Вот, и, конечно, нам, новозаветным верующим, всем, неважно, евреям, не евреям, всем важно тоже в эти дни действительно размышлять о том, что произошло тогда, и смотря в прошлое, забывая заднее, простираться вперед. Вот, действительно, размышлять, анализировать и делать выводы, и идти вперед. Слава Господу! Так что, дорогие друзья, Межтеснин, продолжаю семинар. Сегодня будет, соответственно, 4, 5 и 6 части. В 16.00, 17.00 и, соответственно, да, 18.00 по киевскому времени. Выходите, приходите на YouTube, заходите на мой канал и подключайтесь как раз. Но я думаю, что еще объявление дам еще в сетях социальных. Вот сейчас молюсь, конечно, молюсь о том служении нашем, вот, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Вот молюсь о наших священнослужителях. И вообще, знаете, друзья, время-то такое, последнее, как говорится, Писание-то. И остается, кстати, сегодня 19 июля, до 19 августа ровно месяц остается, да? 19 августа будет собор Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. На этом соборе я, ваш покорный слуга, буду спикером. И также со Львова будет как раз епископ Петр Кифа, наш будет, да, один из спикеров этого собора. Ну и другие братья. И знаете, будем делиться, молиться. Вообще, задачи современной православной реформации очень такие широкие, огромные. Просто Бог всемогущий, на самом деле, Он повелел нам сделать очень большую работу. О, нашел нас верными, да, и призвал к служению. Слава Богу. Поэтому я за вас, братья, очень рад. За всех, кто участником является этого движения нашего, реформаторского, такого евангельского православного движения. Вот, кто желает присоединиться, как бы, или как сочувствующий, интересующийся этим вопросом, то присоединяйтесь. Тоже 19 августа приезжайте как раз в Киев на этот собор. И, я думаю, будут гости и баптисты, и пятидесятники, и харизматы, и адвентисты, католики, православные, разные люди. И мы будем делать совместно хлебопреломление, причастие, евхаристию, хлеб интеркоммунион, как говорят, да, евхаристия, то есть причастие совместное будет, и гости, и все присутствующие.
все, кто действительно верует в Господа Иисуса Христа от чистого сердца, верует, что действительно кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха, что с благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. Все, одним словом, Божьи дети. Так что всем святым и праведным привет огромный, слава Богу. Вот, и остается, да, остается ровно месяц до этого мероприятия, такого важнейшего этого года мероприятия. И 19 августа встречаемся здесь, в Киеве, станция метро Пловская, улица Леонида Первомайского, 6. Да, в этом помещении, арендованном помещении, где обычно проходят наши богослужения воскресные здесь, в Киеве, где проводит богослужение наш благочинный протоиерей Алексей Прошак. Вот там, в этом помещении, будет проходить собор с 9 утра начало. Это предприятие УТОС, это арендованное помещение. Тоже поддержите в молитве, чтобы было у нас свое помещение, и не одно здесь, в Киеве, был храм свой. Вот, и пока в арендованном помещении проводим богослужение, но зато в центре города, станция метро Пловская, это фактически центр города, да, это есть центр города. Вот. И благословляю всех вас, дорогие друзья. Вот, пишите ваши пожелания, молитвы, молитвенные нужды пишите тоже на e-mail. Под этими видео, под всеми видео на канале YouTube есть такая большая справка. Там информация более подробная, там есть информация о молитвенных нуждах, там есть информация о финансовых нуждах, молитва, значит, ну, как бы информация, адреса, короче, пароли, явки, адреса, все там указано. Вот, значит, куда писать, значит, там e-mail мои, можно писать, там 2 или 3 e-mail указано, на любой из них пишите. Вот, я стараюсь проверять почту, но alivechurch.inbox.ru и, значит, alive, там внизу прочерк, church, собачка, hotmail.com. На hotmail.com, наверное, лучше писать даже. Вот, я проверяю как раз эту почту сейчас чаще. Так что пишите, друзья, вот, и ваши свидетельства пишите, пожелания. Если есть слово от Господа, откровение какое, пишите. Это вообще, это обязательно пишите. Это очень важно. Вот, буду делиться тоже свидетельством. Сегодня ночью готовил как раз тоже материалы к собору. Так получилось. Думал поспать сегодня ночью, но прям только прилег и тут же прям подскочил. Настолько вот это вот эврика, что называется, да. Но слава Богу за эврику, но это была не эврика, это было намного лучше, это была рема. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, из парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Шалом, мир всем. Аллилуйя.